В эти выходные Елагин превратился в цветочный рай. Здесь вот уже в четвертый раз прошел фестиваль тюльпанов. В этом году он посвящен 150-летию бракосочетания будущего императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Фестиваль тюльпанов открылся конкурсом флористов. В этом году его тема – свадьба. Специалисты раскрывали себя в стиле «Старый сад» арт-нуво «Гжель». Вот эта свадьба выполнена в стиле символизм. В композициях розы нескольких сортов. Один из сортов винтажного оттенка царского. Пионовидные розы, гортензии, зелень различная, эвкалипты. Нескольких сортов. Есть тюльпаны. Без тюльпанов не обойтись. Обещано, необычные композиции будут радовать несколько дней. Вся хитрость во флористических губках. Но главный герой праздника все же тюльпан. Все наши цветники мы стараемся подчинять вот этой вот основной идее Елагина острова, который, и тому формату, в котором он существует сегодня. Изобретать можно, но мы стараемся гармонично вписывать все наши цветники вот в этот вот архитектурный ансамбль. Кстати, об импортозамещении на острове пока не говорят. Здесь еще осенью высаживали свои голландские луковицы тюльпанов.